Меня зовут Маша Кинош, я руководитель Pilates M-Studio и мама троих замечательных деток. У каждого человека есть очень много фильтров и много знаний, которые заложены у него еще буквально с 2-5 лет. И мы живем как в множестве очков. Одни очки, вторые, третьи, четвертые и так далее. И мы каждое свое действие, каждый день делаем сквозь вот эти фильтры. Если все эти фильтры убрать, то ваше восприятие жизни изменится в этот же момент. Сюда должны прийти те люди, которые не боятся что-то поменять, которым надоело быть все время виноватыми, зависимыми от болезни, от других людей и от невозможности раскрытия своих внутренних потенциалов и внутренних желаний. То есть это воплощение ваших мечт в реальность на следующий же день. Я могу сказать, что это намного круче, чем психолог, потому что психолог с вами беседует, и в процессе беседы он помогает вам найти какие-то вопросы решения. Здесь перезакладывается на подсознательном уровне в терапии ваша картинка. То есть вы уже не сможете наступить на те же грабли. Вы меняете шаблон действий, вы меняете сценарий. Они боятся что-либо сделать для себя, потому что кто-то это воспримет как-то. Все банально просто. Почему Миша? Потому что круче, чем он, я не знаю ни одного человека в этой сфере. Он работает со спецназом, он работает с бизнесменом, он работает с мамами, он работает с политиками, он работает с каждым из нас, потому что у каждого из нас есть запрос, который нужно решить. И именно о том, как сделать семью гармоничной в современном мире, в сумасшедшем темпе, именно об этом и будет этот семинар. Кто готов уже сегодня изменить свою жизнь и каждую секунду быть счастливым, любящим и любимым, 5-6 ноября в городе Кишиневе Михаил Филяев, Pilates M-Studio, вас ждет.